Евгений Куйвашев сегодня вечером провел встречу со Свердловским кабинетом министра. В заседании принял участие Александр Мишарин. Евгений Куйвашев также сегодня дал первый комментарий по поводу своего назначения. Комментировать решение президента не буду. Значит, решение президента надо выполнять. Ситуация в дальнейшем будет развиваться совершенно просто. Будем работать, выполнять принятые ранее решения и намечать планы будущего развития. Мы будем делать все, чтобы изменения были только в лучшую сторону.